В трамваях нового поколения уже давным-давно можно было заряжать телефоны или любые гаджеты при помощи USB-хи, то теперь в новых поколениях электробусов, которые вы видите на картинке, можно заряжать уже и полноценно пиксель его же родным кабелем. Там появилось гнездо Type-C. Уже неоднократно многие говорили о том, что стоит переходить чисто на Type-C зарядники. Ну, если вы не любитель Apple, конечно. Тем не менее, в электробусе вы уже можете свободно подключиться и зарядить свое устройство. Интересно, будут ли заменены блоки зарядные в новых поколениях трамваев, таких как собираются выпустить на просторы города Москвы. Не знаю, остается только мечтать, надеяться и верить. Посмотрим. Все больше гаджетов с Type-C появляется у нас на кармане. И это не может не радовать. Микро-USB уходит. Обычная USB-ха тоже уже скоро канет в лету. Если раньше заряжать можно было только лишь обычным кабелем, где было Type-C и USB, то теперь можно даже при помощи такого маленького кабелька делать большие чудесные вещи. Подключаться напрямую из телефона к обычному жесткому диску. Все больше техники адаптируется под Type-C. Ну, зарядники, да. Заряжать можно при помощи Type-C, Powerbank. Не обязательно с собой уже USB-шник таскать. И это не может не радовать. Видео о том, где был переход у меня еще год назад, где я собирался перейти полностью на Type-C. Все гаджеты поменять, вплоть до того, что бритва, зубная щетка и все остальное, чтобы заряжалось от Type-C. Все это уже приобретает более-менее реальные вещи.